Всем доброго дня. Это анонс очередного урока Хоуцюань на нашем канале. И этот урок сначала нас адресует к одному из наборов импульса, который, я полагаю, уже напрашивался в процессе вашей практики Хоуцюань. И мы его более подробно разберем и хорошенько освоим. Кроме того, этот урок продолжает тему работы на земле. В частности, мы будем заниматься падениями на бок, падениями на спину. Повторим, каким образом мы можем подниматься из положения лежа и сидя на земле. Научимся использовать свое падение для атак противника. Научимся сознательно занимать такое положение лежа и сидя в процессе падения и прочее подобное. Конечно, этот урок рекомендуется тем, кто уже прошел несколько предыдущих уроков, связанных с работой на земле. Поскольку, если вы их не освоили, то, возможно, вы встретите некоторые препятствия в процессе освоения этого урока. Иными словами, этот урок как бы уже завершает эту довольно обширную тему работы на земле. На самом деле, конечно, мы ее слегка коснулись. Есть масса более сложных, более интересных или более комфортных методов работы, сидя и лежа. Возможно, впоследствии мы к ним тоже обратимся. А пока достаточно, я надеюсь, вот этого курса, который вам уже позволит очень многое, и развивая, модифицируя который, вы, в принципе, и сами вполне можете продвинуться в такой работе дальше. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам, обозначенным внизу, там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. О том, как приобретается урок, тоже внизу в описании к видео. И счастливо! Хороших вам тренировок!